В 2024 году состоялась премьера сериала «Плевака». Это детективный сериал, основанный на реальных событиях и персонале прошлого. Режиссером картины выступила Анна Матисон. Главную роль исполнил ее супруг Сергей Безруков. Сюжет. 1880-е годы. Федор Плевак пользуется популярностью как удивительно одаренный адвокат и оратор. Простые люди считают его героем, защищающим невинных, а обвинители совсем не желают сталкиваться с ним в суде. У него собственная юридическая контора, где работают его ближайшие друзья и родственники. Его повсюду сопровождают талантливый помощник, а сын радует успехами. Но привычный ход вещей нарушается, когда он берется за очередное дело. Все выходит из-под контроля. Бюро проходит регулярные обыски королевы воров. Мечтает о месте, о знакомстве с чужой женой приводит к опасной взаимной влюбленности. В любой момент все может обернуться катастрофой, которая полностью уничтожит карьеру выдающего специалиста. Как сохранить хрупкое равновесие между чувством долга и личными переживаниями? И что делать, если под угрозой не только твоя работа, но и жизнь? По предварительной информации, дата выхода второго сезона сериала «Плевака» может быть назначена на 2025 год. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.